Есть кто дома? Мы вернулись. Ну и что таращитесь, будто лешего увидели? Это будет рассказ. Вы теперь завидный жених. Если бы не артрит, прямо сейчас на колено и просить руку и сердце. Хранитель у нас новый. За место Ириночки Витальевны. Сынок ее. Костик. Может, мы вас чипируем? Ну, а дома что? Ольга любила белые цветы. Первый раз ей дарю. С днем рождения, Оля. Ах, да, точно. А вас не учили, что когда входишь в комнату к даме, надо стучаться? Откуда к нам такая Вася-Кабася прилетела? Уже пятая жертва. Поэтому я девочку и привезла. Она была на месте преступления, явно что-то видела. Я в музей. Кто со мной? Я. Все это время у него были нормальные вещи. Расскажите, что у вас тут происходит? Убийство у нас происходит. Ну, сейчас не те времена, вот не те. Вот и 1000 лет прожил. Те времена вообще когда-нибудь были? Конечно, были. Только я не застал. Добегалась? Эта девочка наш самый ценный свидетель. Да, умеет эта баба сюрпризы устраивать. Тут пока есть кому за тебя постоять. Почему его зовут Женек? Ну, внучка, так мы его звали. А где он сейчас?